Жизнь у подлитов восстанавливалась медленно. Экономика была разрушена, а тут еще и особенный характер населения наложился. Людям всегда казалось, что прошлый правитель был лучше, и теперешний никуда не годится. Пираты опустошали берега, а вооруженные до зубов защитники нации обложили всех непомерными налогами. Жирову приходилось отдуваться на всех фронтах, то уговором, а то и угрозой, побуждая гарнизон восстанавливать острова. Временами даже ему с трудом удавалось поддерживать хрупкий мир. А тут еще и гадание, что ни день, то прогнозы один печальнее другого. День добрый, воины! Меня зовут Жиров. Волшебник Жиров. А, Жиров! Похоже, попахнет хорошей зарплатой. Вы ведь есть в поиск... Вы ведь здесь по поисках со союзников. Ну, как... Так я и в наемнике первый. Хотя ради интереса, разве что разве этот остров не был однажды захвачен? Что-то он не похож на процветающий оплот империи прекрасного Гайорацио. Подкалывайте, господа. Мы старались как могли и ни одного работника сельхоза не трогали. Но у них здесь главная забота какая? Правильно, о собственном благополучии. Поэтому они принимают сторону любого, кто им обеспечит защиту. Отсюда и развал экономики. Но я здесь за тем, чтобы... Затем, чтобы снова им предложить свое покровительство и восстановить процветающие острова. И мне нужны солдаты. Да, благородная цель. Ничего не скажешь. Только люди почему-то гибнут тысячами за свои идеи. За твои идеи, Жиров. А, да-да-да, благородная цель. Ничего не скажешь. Только люди почему-то гибнут тысячами за твои идеи, Жиров. А другой остров, что уже мал для твоих амбиций. Ладно, что уж тут делать? Мы тоже не благодетели. Сколько платить будешь? Ребят, я восстановил столько, сколько позволяли ресурсы. Теперь там даже на нормальный замок золота не скребешь. Поэтому мне и нужны богатства этого острова, чтобы продолжить работу на островах Подлиты, Подлитых островах. Присоединяйтесь, много платить не смогу, сами понимаете, но работа будет, это я обещаю железно. Эй, а может мы все-таки подождем, пока ты увеличишь военный бюджет? Подсоберешь ресурсов, и... а там и мы подоспеем. Ну, совсем неплохая таверна, и мы еще долго здесь можем просидеть в свое удовольствие. Куда торопиться-то? Эх вы, что за типичный подход простолюдинов? Но нет, у меня времени нет. Я тут вчера совершенно оригинальный способ гадания пробовал. По веткам падающего дерева. И что бы вы думали? Кричат ужасные, неповторимые. К островам приближается громадный флот противника. У них страшные узкие глаза. Ведет их военачальник Саркапуда и Лучи, между прочим. Зовут его... Ли Лун Бри. То ли Лун Бри, то ли Мусли. Моим друзьям на западе тяжеловато пришлось, и сейчас нам позарез нужно подготовить и усилить эти острова перед выставкой Ли. В случае чего себя защищу, а повезет и друзьям помогу. А там и Горацио подъедет. В общем, без помощи местных никуда, так что отсидеться вам все равно не удастся. Жарко будет, как ни крути. Ну что, идете? Ой, да так уж и ужас грядет. Может, ты ошибся? Зачем знать, вы волшебники вообще какие-то ненормальные. Вчера ведь такой шторм был, кто смог бы выйти в море в такой ветер? Мы потому и присели, в таверне человека ветром уносило, не то что корабль. Отчасти ты прав, шторм нам даже помог. Половина флота Мусли погибла, но оставшаяся всего лишь немного потрепанной продолжает угрожать островам Подлиты Подлитым островам. Они тут совсем недалеко встали на ремонт у одного из островов, так что уверен, что неприятностей нам не избежать. А отдельные корабли добрались даже до наших островов и скоро высадятся. Так что считайте, что вы все зачислены в мою армию. Приступаем к делу. Значит, кстати, не знаете, тут в таверне можно еще кого-нибудь нанять? Даже лодочку же есть, придется апать. Ага. Это апаем. Этого проапать. Так, в поп, короче, будет, что у нас. Привет.
Да, это он сам, родненький. Это кресты какие-то тут у нас непонятные. Крест непонятный. Один. Он. Оно одно. Кресто мое. Герой в первых же миссиях так раскачивал, что ходил им потом ваншотал всех. Мол, замки, но даже с такими имбо-героями эта игра была плотная. Она и есть плотная, даже с такими имбо-героями. Жиров! Маг и спаситель всего и вся. Так, понятно. Ну, шхуна зато вроде быстроходнее, поэтому-то я ее и выбрал. Но это не точно, кстати говоря. Апаем. Так. Топаем. Ой, я смотрю, ты прошаренный чел. Да, не самый. Вон там уже враг ползет. Тут надо фокусить. Сколько там золота? Ой, у меня золота на самом деле не хватает. Блин. Долго топали. Долго топали, долго шли. Обидно сейчас будет безумно, если мы потеряем эти башенки на самом деле. Похоже, все так и будет. Да, минус башня. Эту мы дотягиваем. Да. До этой мы дотягиваем. Разломать. На юг. И сюда прячемся. А, так, так. Нам нужно повылечивать на самом деле эту территорию. Просто-напросто потому что надо. Так. И, кстати говоря. Стоп. Куда тут пригодится, на самом деле. Блин, вот печально на самом деле. Потому что мы голду так легко теряем. Так. Алло. А, ну хотя не, нормально. Простреливаем. Прилетели. Атаку! Наверх! На север, на север, на север. Мы пойдем на север. Не, это боюсь, мы уже не успеем капать. Придется Жирова сейчас вытащить. Чубиса посреди миссии. Не, ну еще. Тут просто так вышло. Это просто-напросто так выходит. Так, и, конечно же, сейвен. Это будет слишком хардово. Ты просто посмотри, сколько их здесь лезет. Ты хочешь, чтобы я без сейвен был? Вот это, конечно, парень красиво придумал. Вандал надо спрятаться, что я забыл об этом совсем. Что там в таверне? Можно что-нибудь заказать стоящее? Бронинов давайте возьмем. Так, отлично. Все, прячем Жирова. Придется нам сейчас на этот лес выходить. Вот так вот. 15 крестьян сразу заказываем. Сюда, потому что там, к сожалению, не было.
лучники. Просто лучники, копейщики. Копейщики пригодятся. Все, за все. Мечтов понял бы, даже если бы ты 3 стрим потратил на раскачку персов. Слушай, ну не знаю, что там так раскачивать можно, честно, мне загадка. Покрытая абсолютно мраком. То есть как, точнее, раскачивать? У нас была развлекуха в одном предыдущем прохождении. Мы там действительно потратили на раскачку очень много, но случайно, потому что сломали в одной миссии мосты в защите Херона. Вот, и враг просто заспамил каждую клеточку своего острова всяким непотребством. Ну и сам понимаешь, что приходилось как-то выкручиваться в результате. Кстати говоря, нам понадобится сейчас... Что там происходит? Здравствуйте! Прилетели тут ребята. Ой, откуда у меня скелет, интересно? Это мне очень интересно, на самом деле. Ну ладно. Главное, что мы тут сейчас размахиваем врагов, то есть. Проблема с жирностью тут явно не иллюзорная. Так, сюда вроде как правда наладилась проблема. Ох. Ладно, мага вроде, маг вроде как там пытается обниматься. Меню сохранить. Просто можно, это вообще-то вообще одну миссию только так пройти смог, по сути. Не, ну я там, на самом деле, пострашен. Не стараюсь играть часто. Миссия через 3 стрима. Да нет, ну тут смотри, как изи сейчас всех разбираем. Это же изишая миссия, ты чё? Вещь мы сохранили, да. Вот мы сохранили. Лучники, блин, 700 голды. На золото выйти обратно. Ладно, пока что лучников просто приготовим. Давайте похиляем. И здесь домик. Что там происходит? Просто упал какой-то, я так понял, ни с чего почти домик. Да, есть с чего, на самом деле. Есть с чего падать. Ладно, попробуем этим поиграть. Вдруг получится. Я не верю, кстати говоря, но если лучники, по-моему, покруче. Так. А ты иди прятаться. Прячься, прячься, нечего тут. Геройски погибать, смерть управлять и так далее. Ё-моё. Сколько ж там врагов? Ну ладно. Пока что вроде мы живы, и это слава богу. Ну что, попробуем? Пробиться до золота.
Вдруг получится. Мак, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, творишь? К сожалению, или не, добили. Добили вроде как. Отлично. Так. Так, и давайте-ка похиляем через эту точку. Уходим. В очередь, сукины дети. Так, ладно. Этих ребят сюда отправим. На юге есть кто? Да, есть, к сожалению. К сожалению, эти крестьяне погибли. И уже можно констатировать как факт. Мага хиляем. Конечно же, хиляем. Я не помню, какие у нас задачи там. Просто пережить, да? Так, вандалы жиров не позволят противнику отвоевать острова. На островах должно быть построено здание как минимум одной торговой гильдии. Блин. Мы лишились еще... Мы лишились последнего нашего оплота, можно сказать, таверны. А, так, а что нам стоит, наверное, построить? Это дерево. А, блин, нормально. Ставим таверну. Тогда жить можно. Раз она такая, не такая бюджетная, на самом деле, как выяснилось. А, ну сейчас дом будет. Будет добавлен. Ой, убегаем. Что пора жирово доставать. Файл. Печально. Мэ. Разговоров-то было. Все, готово. Так. Тут нужно хотя бы одно здание. Так что не путай, дружи. Так, золото и еда нужны. Так, ну тут просто захватили какой-то островок. О! Вот это тоже поопаснее на самом деле. Сюда пришла такая пачка. Я надеюсь, что под прикрытием башни я сумею ее забить. Давайте вот сюда вот поставим. А мы пойдем на север, а мы пойдем на север. Машлюки нам нужны. А вот вандал пусть качается. В том плане, что надо на оба острова тут со своего вылезти с таким напором. Насколько я помню, что там, ну, тут ограниченное количество волн, то есть не бесконечное количество. Хотя поправьте меня, возможно, я ошибаюсь.
Ронины, блин, там ковыряют наших юнитов. К сожалению, великом... А, ну, кстати говоря, тут мы разбираем постепенно вражеские галеоны. Привет, Атафон, день добрый тебе. Мне сейчас кажется ровно 3 часа, да? Короче, вандалы вот сюда отпрячем. Этого вот так, маг где-то там, где бы ты ни был, ты, короче, должен все-таки разобрать вот эту пушечную галиматью. Привет, Доминатрикс. Потому что эти пушки меня доканывают, если честно, немножечко. Так, ты, крест, поучаствуй. Давайте, я не знаю, как-нибудь схитрим сейчас. Двинем ребят сразу на север. А мы пойдем на север, а мы пойдем на север, на север. То есть тут просто по умолчанию. Блин, единственное, Жирова опять хилять надо, как ни странно. Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. Кажется. Нет, там какая-то... Там всего лишь... Один хмурь какой-то есть. Это не тот. Это не тот, о котором я подумал на самом деле. АПМ. Так, ё-моё, это кто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот там вот 33 юнита как раз. 33 юнита, 33 юнита, и ГГ писать пора. Серьезно, тут не пройти? Вот ведь, блин, вот ведь подстава. Придется... А, блин, я же мог просто посадить их. Короче, так, ну ладно. Ну ладно. Раз уж сделал, что сделал, то... уж тут. Так. Вот и пошла жара. Минус башенка, это, конечно, очень обидно. Вычиниваем. Текст. Минус сохранить. Так, дед, живи. Дед, живи, дед. Дед, уж лечись. Парни, нужен то... Ай-яй-яй-яй, Ронин нарисовался, смотрите. Блин. Еще минусом башенку. Грохнуть. Ты ее как не чиняешь, все равно. Хотя, знаете, хреновенько они как-то ее ломали. Даже дед живым оказался полностью. Опа. А вот это уже... А вот к этому меня уже не готовили. Все-таки я хочу восстановить здесь. Так, ну что,
Тут как-то отмахались, просто нет, не отмахались ни хрена. Так. Давайте посмотрим, что у нас есть вообще. Лучники только делаются. Я так понимаю, все померли, кресты надеюсь. Не, смотрите, кто-то же даже остался. У нас, конечно, основная сила — это еда. Смотрите, сколько здесь куровенок, и даже можно еще одну сделать. Отлично. На юге, правда, жопа. Не удается на Зои-то выйти. Что не очень хорошо. Тут что-то играл, кстати. Кстати, по-моему, да. Ладно, давайте сейчас меню сохранить. Я попробую в чисто в формате эксперимента дотопать до суда и попробовать занять эту территорию получше. Короче, зачистить. Зачистить территорию. Камень там где? Далеко тоже? Да, далеко. Тут тоже ничего хорошего. А, напомните, F11, F10... Кто? А, как посмотреть таймер, сколько у нас времени прошло? От момента начала игры. Есть такая возможность? Или же нема? Это было бы неплохо, на самом деле. Где золото требуется у этих наймитов? Этот клеон пустой. Неинтересно вообще ни разу. Опа! А это кто? Давайте убьем. Хилять его, правда, теперь. Таймер сейчас погуглю. F10 может? Нет. F9? Нет. F12? Нет. F8? F7? Вот. F4. 18 минут уже живем. К слову, на минуточку. На минуточку 18 минут. Можем даже еще одну башенку забить. Мне, правда, не очень нравится, как я выбрал. Выбрал ее постановку сейчас. Что поделать? Отлично, еще лучники. Угу. Ну и вперед сюда. Возьмем немножко золота, чтобы прокачать добычу леса. А то без этого будет как-то, ну, да и есть не очень приятное развитие. Часть лучников оказалась вообще не к месту. Блин. Ну ладно, к счастью, они очень удачно тут заспавнились. Ай, блин, точно. Я жман только что все слил. Ой-ой-ой, крест скорее вылечивает. Блин, добил таки. Ой, гад. Ой-ой. С юга пока что никто не ползет. К счастью, хорошо хоть с юга пока никто не ползет. Да, блин, ну ты чё, ну... Что там у тебя?
ладно. И так сойдет. Так. Отмахались. Ну и больше крестьян, конечно же. И этих ребят. Тоже. Опять враг. Минус башня. Многих порешили. Чего уж всплывать. Не всех, конечно, но многих. Сволочи. Но вроде как ключевые позиции пока что остались нетронутыми. Показывает бары. Да ладно, я вроде как... Мне кроме Жирова никто особо и не нужен. Нужен мне берег турецкий. 2000 еды будет у нас сатрапа. 350 и лучники, 350 и 700. Пока что нету. Пока что нема. Отстроили? Да, отстроили. Вперед тогда. Мои бравые воины. Прокачиваем эту башню. Сколько там стоит, кстати говоря, постройка гильдия торговцев? 2000 золота, 2000 камня? Не кисло так, не кисло. И я не помню, самое обидное, тут вроде же конечное количество этих атак, верно же? То есть со временем у нас будет меньше агрессии. Блин. Идет сейчас пододвигать поближе армию. Смотрите, что творится. Птиц летит. А, хотя нет, они сейчас все умрут. Я что-то думал, что странно вообще. То есть башня наносит урон по всем, а жиров не наносит урон по всем. Он наносит только выборочно. Вот они, рисовались. Но они, к счастью, лишь наполовину. Блин, сломали такие? Вот, сволочи. Вы гады. Нет! Дерьмо. Минус. Минус башенка. А она мне нравилась. Кстати говоря, ну давайте вот здесь тоже башенку поставим. Пригодится, я надеюсь. Ну и здесь, на лесе, перестроим лесопилку. Каменную, да. Простую, а каменную. Так, ладно, давайте. Пехотинцев и мечников берем в качестве. Воинство к нам сюда. Жиров вроде как отхиленный. И часть юнитов отправляем на юг, кстати говоря. Пригодятся. То есть, так, ну давайте здесь еще башенку поставим. И здесь.
здесь доковыриваем противника. Кстати говоря, что-то он внезапно... А, это просто брик, поэтому он нас не пробивает. И меню сохранить. Давненько мы этого не делали. Наша задача здесь продержаться и отстроить такие... вот эти территории. Так, ладно, ставим еще одну вышку. Прокачиваем ее к тому же. Ай, царь, 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 царь. Больше луков, наверное, нужно. Хотя не, вот так вот сделаем. Вот так. Они так побыстрее, мне кажется, сделаются. Что-то горит. Ну ладно. Ну и пусть горит. Давайте парочку домиков что-то сделаем. Правда, блин, опять же прилетят сейчас всякие хмыри и начнут нам ковырять территорию. И опять все пойдет по известному сценарию. Так, жиров-то как там живой? Ну, такое нас. Что вроде живое, а вроде бы как неловко эта жизнь началась. Так, все, я думаю, что пора. Выходим на карту. А-а-а, не хватает пока что. Пока что не хватает. Ну ладно. Тогда займемся еще продакшн песни. Вот теперь уже можно. Выходим теперь на камень, потому что нам нужно построить гильдию, а для гильдии все-таки нам без камня ну совсем никак. Ну и нам сейчас понадобится тоже сделать несколько апов. Нет, не получается, не выходит. Я боюсь, что скоро вот-вот уже придет враг, и нам будет их не слабо, на самом деле. И найм, посмотрим, что мы можем. Можно нанять сатрапов, но для них и дружинников, но их очень дорого стоит нанять. Далее золото. Ну тут золото стоит это все. Вот, тяжелая кавалерия. Нам нужно 1600 еды и 960 золота. Отлично, у нас есть ресурсы практически. Вот оно пошло. Пошло-поехало. Только бы... Да, ее снесут уже. Ее, к сожалению, снесут. Но вроде как в остальном мы более-менее живы. По крайней мере, мне так кажется. А жаль, хорошая была башня. Орудийная, между прочим. Но ничто не вечно. Так, нам, понятное дело, сейчас понадобится немножечко дополнительных ресурсов. Так, и жировые. Ой, я боюсь сейчас. Я вот так подставил. Вот они, летят. Вот чего я боялся, на самом деле. Что вот эти вот ребята придут сейчас. Придут, порядок наведут. Видите, что творится с жировым? Так. Не, ну конечно, мы все-таки смогли размахать их. Но ценой потеряли практически всех юнитов. Жаль, вот это вот жаль. Здесь, конечно, на юге дофига еще будет. Это уже дело вторичное. Так. Ну и нам нужно еще, кстати говоря, вычинить эту башенку. Заказать юнитов свежих. Так, и что-нибудь тут свеженького тоже бы.
мешал сделать, что я не вижу, что мы можем. Зато мы можем заказать еще парочку башенок. Куда ж без башенок, на самом деле? Длинные луки, да. Длинные луки сейчас тоже пригодятся, потому что у нас есть возможность их уже строить. Ну, раз есть возможность, нужно еще и казарму добавить. Так. Меню сохранить. Строечку. Продолжаем этот клятый Tower Defense. Почти готово. Сейчас заказывать можно. А, я хотел, кажется, тяжелую конницу, да? Сатрапы, дружинники, лучники, конные самураи. Ронины. Конные лучники. О! Конные лучники. По-моему, эти ребята будут очень к месту. Очень кстати. Классные же. Согласитесь. Мало того, что лучники, так еще и конные. Так, давайте здесь сделаем вот такой вот. Ну, пора бы уже понанимать длинных луков. А, еды не хватает. Вот этот поворот. В общем, думаю, что именно еды будет не хватать нам. Зато теперь мы можем заказывать каменные башенки. Сколько у нас тут золота? Блин, всего косарь золота остался. Этого мало. Это чертовски мало. Золото нужно поберечь, потому что там нужно, насколько, 2000 золота, верно? Да, все. Придется сейчас ограничивать себя. Титок. Ну а что касается камня? Сколько его здесь? Ну, пока что мы можем себе позволить еще дополнительные камни, но не знаю, стоит ли, если честно. Не знаю, стоит ли. Что там с барьером? Пока что отхиливается. Пока что не особо у него хорошо идет. Что там с юга? Ай! Ай! Там даже кто-то есть. Вот, повыше поднимаем. Сейчас понятное дело, что нам нужно... Так, ну, помимо того, чтобы нанимать дополнительных мечников, которых мы простеряли уже, в общем, нормально так простеряли, нам понадобится сейчас еще достроить немножко домиков, я думаю. Потому что популяция 91, как бы, намекаешь. Чего-то не хватает. Ну, и если честно, то я уже очень-очень хочу начать строить торговую гильдию. Потому что это одно из критериев наших. Нашего успеха, по-моему. Слушай, а если нас не хватит? Да не, ну не, должно хватить. Прямо тютельку в тютельку. Копеечку в копеечку. Должно хватить. Торговую гильдию, где ее, кстати, будем ставить? Похоже, придется где-то здесь. Удаляем вот это вот домик. И на его месте как раз таки будем ставить торговую гильдию. Если только хватит места, конечно. Так делаем. Жиров отхилялся, отлично. Сохраняемся. Что у нас можно заказать на чистую еду? Вот, ронины, например. Почему бы нет? Отлично. Все, можем ставить торговую гильдию. Так. Это же все верно. Так, на
Острова должны быть построены. Так, не позволить противнику отвоевать острова. Острова должны быть построены, так как у него одна торговая гильдия. Да, все. Так. Пашных магов так хочется как можно. Нет. Торговая гильдия, так торговая гильдия. Еще чуть больше луков. Конечно же, бойцов свеженьких нужно позаказывать. Все, кончилась голда. Пора уже переходить на новые ресурсы. И, конечно же, на лес. Мне вот интересно, когда мы ее достроим, мы победим уже все, или нам придется еще несколько, еще какое-то время держаться? Строить галеоны, позволяет торговать, увеличивает лимит поселения, и все это не для нас. Соплайблок. Тоник, привет, рандом. Он только что случился, потому что к нам с юга идет флотилия. Отлично. Странно, что это за флот, кстати говоря. Но вообще, да, ты прав. Нам бы не помешало. По крайней мере, мне показалось, что он только что случился. Нам не помешали бы домики. Домики. Дерева не хватает. Так, что там на юге? Атака, что ли? Да, враг идет у нас в атаку. Я думаю, еще пора двигаться куда-нибудь вот сюда. Вот сейчас будем принимать бой. Так. Ну, тут я не уверен, что этот флот сейчас победит, если честно. Очень сильно не уверен. Потому что тут столько вражеских галеонов, что мало не покажется, на самом деле. Только просто они встают не очень удачно. Тут есть и еще один галеон, может быть, он что-нибудь интересное покажет. Так, маг. Не, ну здесь понятное дело, где. Он тут даже уже. Эй-эй. А вот этих парней я не ждал. Это уже вражеские маги были только что. Ой, там, кстати говоря, тоже враг. Так. Так. Отлично, Гарасо и ниндзя пришли. Давайте встретим, сведем этих двух ребят, может быть, от этого что-то случится. По идее, так и должно быть, на самом деле. Они сейчас поболтают, и на этом мы счастливо победим. По идее. Карацо, мой добрый друг, как давно я тебя не видел? А, точно, вандал еще есть. Вандальчик. В чем я, если сейчас сомневаюсь. Как он понял. Так. Неплохо сохранились, друзья. Рад вас видеть, Спартак. Небось, в соседней деревушке вино подтягивает. Ты знаешь, так получилось. Он у врага сейчас. Ты не подумай, ничего серьезного, его в плен захватили. И ты его там оставил? Ну как сказать. Там войск было столько, что я просто ничего не мог сделать. Хватит гораться. Остынь и не мешайся. Раз вандал сказал, что ничего не мог сделать, то давай сделаем вид, что ему верим.
Да, освобождение Спартака займемся, как только время свободное будет. Расскажи лучше, что ты узнал о сфере. Ладно. Вот новости. Я нашел письмо, в котором есть крохи информации о том, где находится карта. Эта карта указывает путь к сфере. Карта находится в какой-то магической башне на континенте. Перед тем, как попасть в плен, Спартак мне тоже что-то кричал насчет магической башни. Ну что ж, вот тогда карта... Ну что ж, тогда карта действительно должна быть там. Это же подтверждает и гадание по закату, что я недавно провел. Это надо немедленно отправляться. Теоретически, тогда ведь и Спартака там должны держать для комплектности, а? Надо бы его спасти, а то куда ж мы без него? Без его повстанческого опыта. Заодно сможем очень неплохо попользовать и ниндзя, что я прикупил по случаю. В действии они непобедимы. О да, с ниндзя у нас сейчас будет веселье. Так. Победа должна быть. Ну, давайте, где победа? Герои должны отплыть на запад, на острова должно быть построено. И для ее защиты остается не менее 50 воинов. Ага, понятно. Так, ну ладно, воины так воины. Так, задание добавлено, иди дальше. Ай! Как все сложно! Так. Хорошо, что я не пустил в бой этот кораблик, если честно. На запад так на запад, а мы пойдем на запад, а мы пойдем на запад. Ладно. В всех случаях сейчас построим всякую хрень. Ой-вей! Ой-вей! Это не то, что я ждал! Это не то, что я ждал! Это не как в кино. Так. Так, слушай, ты нам нужен. Жиров. Будешь сейчас прессовать врага. По мере сил и возможностей. А я уверен, что их у тебя предостаточно. И сил, и возможностей, и прочей хрени. Так, стоп, а где вандальчик? Дал. Ребят, я же его направил сюда, верно? Вижу я пока что только карацию. Как же меня бесит, эти хмыри постоянно теряются. Может, он уже сел? Случайно, да, он уже сел. Понятно. А зачем? То есть, у меня урон с руки 109. Урон от маны у меня 150. Вот скажи мне, на кой хрен мне париться и юзать? А заморозка на них не действует, так что тоже на самом деле вариант такой себе. Да, вандал. Чё-то мне не хочется там устраивать подобные развлекухи. Давайте, знаете, как поступим. Так, ты, бирюзовый, идешь сюда, ставишь док. Умный в гору не пойдет, умный в... гору обойдет. Ну да, Глен мы, конечно же, теряем. Но в целом чувствуем себя вполне нормально. Вчера только медленный. Хотя че я парюсь, мы все равно еще ждать, пока построится здесь и док и прочее. Колды только не хватает. Жаль. Давайте шустрее, ребят. Нет, дерево нам еще пригодится сейчас. Камень, кстати говоря, тоже кончился, уже будет получено. В общем, выжрали все, что только могли. Идешь, вроде на остров нужно плыть справа, который. Ты герои должны отплыть на запад. Вопросы? Вопросов нету, Тоник. Мы делаем то, что нужно по квесту.
Так, и просто плывем вот сюда. По идее, 50 юнитов у нас боевых там точно должно быть. Если что, я еще сейчас заказываю 15 бойцов. А здесь, кстати говоря, мы можем прикупить юнитов. Да, мы победили. Ура, товарищи!